В трусах стоит. Хуевато, давай. Сейчас ТП. Всем подпишитесь на Валерин канал. Я его пиарю своей скорости. Ага, да. 53 секунды. Сегодня 4 мая. Уезжаю на соревнования в Луцк, как я уже говорил в прошлом видео. Сейчас я собрал уже свои манатки, так сказать, вот и пакован полный шматья еды. Сейчас я еду в Одессу, потому что прямых рейсов нету, прямых поездов. В Луцк придется ехать с пересадкой. Сначала едем в Одессу на автобусе, либо на спринте, на шутке разница. И оттуда уже будем ехать в Луцк. Сейчас уже у меня мало времени, буду уже ехать. И походу уже буду, может, что-то поснимаясь, и смотря кто с нами будет ехать. Прилуцкий. Ползем на разминочку. Топ-блогер начинает съемочку, да? Надо все запечатлеть, ты чё? А чё, далеко еще идти? Не. Да. А вон тебе нашли место, где посидеть. Там вообще стри справа лежат на солнце. Или что, бомжи какие-то. Я думал, где-то возле парка вот эта разминочная хрень. Оказывается, нет. Такое что-то, слушай. Сейчас посмотрим, оценим. А сколько тут дорожек? Ну тут как манежик, понял? Типа 200 сзади машины. Ничего так, слушай. Что там написано? По газону не ходить? А рыгать можно? Слушай, я остался жить, да? Погнали. Что, бежим? Да. Сегодня у нас день приезда. Пришли на разминочку. Еще немного побегаем. Будем закругляться. Завтра уже более сложная разминка будет. Потому что 7-го бежим, а сегодня только 4-й. Сюда, если что-то поснимаю обязательно. Мы с пацанами угораем по-жесткому. Ты аккуратней, такой дерзкий, блядь. Я готовлюсь с 50. Так резко позапишу. Это ж 53 ты шо? Возомнила себе, блядь. Я 53 уже, это уже не шутки. Будешь отоять? Ну, рывочки еще, пару рывочков. Давай. Я так люблю, когда он на камеру начинает позировать. Давай! Беги уже. Давай. Показывай, что ты умеешь там. О, на камеру поставился. Ясно. Всем подпишитесь на Валерин канал. Я его пиарю своей скорости. Ага, да. 53 секунды. 53 400. Это чисто кроссовка. Да. Все, погнали туда. Города. Вот, посмотрите. О, видите, какие люди красивые ходят? Вот. А это, короче, это штаны Валеры. Это птичье счастье. Птичка уже обозначила своего чемпиона. А вот тут девушки красивые ходят еще, прикиньте. Вот. В общем, все нормально. Да, сейчас придем, будем купаться в холодной воде, наверное. Вот, мы взяли печенек с Валерой, и я у Валеры скоро в рабстве буду, я за его счет тут тупо все покупаю. Ты хоть снимаешь? Наверное.
А ну я снимаю. Мигает там. Там мигает? Да. Зубы свести. Чищенные, так что нормально, можно поснимать. А я вытащил. Вот. Шашлык стырил. Да, я у Стаса, короче, шашлык стырил. Ну как стырил, он уже его не хотел есть, так что я за счет этого шашлыка поел. Я Стасу очень благодарен. Передаю привет Стасу. Стас, привет. Он рядом сидит, если что. А, да. Стас, я тебе привет передаю. Через неделю смотреть будешь, я тебе передаю привет. Мама, я в телеку. Вот, ну, короче, все нормально, ничего, еще выйдем на связь, все, ждите, люблю, целую. Это онлайн было? Нет, какой онлайн? Все тебе как хочешь? Да, нажимай. О, бля. Вот в таком сарае мы живем, да? Стас в труханах стоит, бля. В труханах стоишь. Там плохо. Извини. Оценят мои колокольчики. Колокольчик. Колокольчик. Называется, пришли за билеты. Не, ну, прикольно. Сфоткала? Да, нормально. Где до хера? Шон. Что, вспышку, наверное, или думаешь, не надо? Да не, не надо. Не надо. Что надо? Сколько, блядь, про весь рост я сейчас там стал? Давай. По-нормальному. Позер. Позер? Позер. Во весь? Ну да. Ты далековато стал. Вот так. Во, вот так давай. Будешь модный тип. Давай. Опасный, но. Сейчас ТП. Меня тоже щелк. А ну на, подзибай. А ну что-то... Одна размытая. Блин, какие-то размытые или не кажется? Можешь потом нажать для фокусировки, смотреть? Витос. Ты еще хихол? Ну у тебя и рожа. Я охерею. Сфоткала? Сфоткала. Сфоткала. Погнали. Ты тоже? Облизуй щелкнулся. Нормально, стрель прикольно, охеренно. Да не, четко, а какой-то он маленький, да? Ну да, он вглубь идет дальше. 22-43. Что мы тут забыли? Идем. Погнали. Путешествие. А вон вверху качалочка. Вон он, качалочка, это Да сейчас это все ветль. Это мы из-за него хер знает куда заехали и идем пешком. Все, я всему стадиону скажу. Мы сели на ту маршрутку, теперь идем пешком, блин. Охерен. Охеренная трещина сюда. Разминка. Да, разминка. Утро начинается. Носки развесились. Не, вот сюда, вот, Саша. Как я тайсер на люстру. Все, размялись, так нормально сидим. Сейчас 200 метров прокатим. Я не буду 200 метров. Ну я прокачу, заснимешь меня. Ну заснимешь и засекешь. Окей? Так. Ну что, привыкнуть к этим дорожкам. А то мне что-то, не знаю, так непривычно немножко. Стадик еще классный, мне нравится. Да, такой... лучше. Тут прикольно, что дома, ну не знаю, у нас зелень тоже нормальная. Четко, мне нравится. Тут классно разминаться. На траве на этой. Лежать можно. Так что четко все. Все четко. Я готов на 54 бежать. Все нормально. На самом деле... Давай на меня. На самом деле очень тяжело дышать, я не знаю почему. Или мы не поели. Жара плюс. Сейчас нажрём. Я кепку перед отъездом забыл. Вот, точнее, я не забыл. Эти мусы дать. Я кепку потерял перед отъездом. Вот. На стадионе своим любимым, родном. Вот. Ну и вообще тяжко. Или может это климат, я просто этого не ощущаю, а просто чувствую, что тяжело дышать. Рассказывай. Или шо. Это бы не поели по-любому, отвечаю. Строго не поели. Да. Сейчас нажрёмся. Я одну печеньку съел, но мне этого мало. Это три. Я больше. А, теперь понятно, что я так не держу, только что догнал. Сила печенья. Я помню, нажрался этих пельменей. На тех соревнованиях тоже нормально. Бежал потом. Так ты что, тесто с мясом? Не, я съел на, ну, за день до. Слышишь, у тебя шиповки не напекают в стопу? Не, куда именно? Тут сверху. Не. А, ну да. А, ты на скалах? А, я без носков. Давай бежать, по мне уже печет. Ну ладно.
Сейчас он тоже бежит. Блин, жрать охота. Такой стадик. Махнешь только. Бежишь? Я поснимаю тоже. Отмашку дашь? Ну, 200 метров. Где-то пробежал за 2.48, это неплохо так. Ну, он вряд ли добежит на 400 так. Сейчас посмотрим, короче. Надо взять у него интервью. У тебя 2.48, ты меня неправильно взял, видать. Вот этот результат, если ты будешь так бежать 400, то будет охеренно. Ну, конечно, будет. У меня в конце версии подтребило. Будешь где-то 53-52, наверное, добежать. А эти шоу ушли? Да не. Не, я тебя взял нормально. Да неправильно, что 26. Хотя я там еще запнулся, просто оббегал. Ты тоже бежишь? Да. Сколько, так, чисто попробуй. Сколько ты меня взял? 6.5. 6.5. 26.5. 26.5, да. Финяк это. Слышишь, что ты скажешь? У меня с техничкой как было, или ты не стрелял? У тебя с техничкой, чувак, вообще проблема. У тебя проблема, ты. Ты на старте, ты сильно все вот так боишься бежать кому-то. Смелее надо. Уже катить, уже надо по силам бежать. А вначале ты должен разбегаться нормально. Не, ну я изначально. А он имеет в виду вообще типа и по технике. В общем. Понял, да. Вообще? У него с руками. Ну, такой, не, вообще более-менее. Ну, он надо равнять. Вот так вот сбоку, вот я смотрю, ты бежишь, у тебя вот так вот. Вот здесь, да, и вот здесь. Да это только вначале, потом он нормально. Вот здесь, вот он. Я не знаю, откуда вы там бегали, может отсюда, ну первые 50 метров. Я понял, спасибо. Ну что, руки меняются? Нет, он бежит. А ты все равно сейчас ничего не справишь, бежит так, как тебя учили. Да, я понял. Он же спрашивает, что по тебе. С твоим-то 53. Чем тише не учиться. Не, ебать, вот если выбегу с 52, все. Это для меня это радость, серьезно. Все, говорит. Это электроника, ты у нас за 54 пробежишь. Что, нормально? Да, да. Это же надо 51.7 по руке надо, чтобы было с 52. Только что понял, тут люди реально странные. Такой стоит тренеру там на финише, ну на старте, понял? Кричит, типа, девушки, вторая дорожка, пожалуйста. А тренер такой, типа, смеется, такой, понял? Ну что, может совпадение? Да нет, я не смотрю, он один там стоит. И смотрит такой на меня, типа, дебил какой-то, блядь. Ничего, вот ты когда его ученика вынесешь завтра на соревнования? Так, я крикнул, они ушли, ну, я ж, то что, а как у них, то что, не принято так? По-русски не принято, говорит, сдачи вот так бросаешь по автобусикам, не в руки даешь. Какая тебе вообще разница? Бред какой-то. Это ли у нас фотограф? В трусах стоит. Хуевато, говорит. Кардан! Виталь кардан торчит, ты чё? Он такой холодный телефон. Чётко. Ой, ты не сослал, что-то на солнце жарко сегодня, капец. Да-да-да. Завтра грозу передают. Нормально. Хоть бы и не было, ты чё? Не, манал. Меня сдует, наверное. Развлекай. Соседи охеревают. Да ты сильно высоко подкинул. На. Пришли сейчас на запасное поле. Ребятки там уже разминаются. Мы сегодня не будем с Виталем разминаться. Потому что мы утром разминались, вечером нам, ну не знаю, лучше отдохнуть, мне кажется. Перед 400 чем-то опять тратить силы на разминку. Так что мы отдохнем, лучше поедим сегодня, погуляем. И завтра дадим жару. Конечно, покрытие прикольное. Не то, что у нас. Тут более мягенькое такое, новенькое. Ну, у нас может быть как-то поменяют, но это вряд ли. Ты не мог получше шорты? Ну давай. Слышь, Ветер. Ты шорты не мог получше найти себе? Да, они легкие. Все. Да, да. Что, погнали? Ну сунь упали в нос дней. Что мы тут забыли? Да? Ты видео снимаешь? Видео. Видео снимаю. Пацаны приехали на соревнования, короче, я не знаю, что мы тут делаем. Мы, короче, лазим. Ты что тут движешь? Прикинь? С каждого человека по тридцатке. Тут сколько тут людей, я охерею, бля. Увага!